Я победил его, подключил его напрямик. Теперь очень хорошо засасывает. Так сильно засасывает. Вот у него ход такой есть. То есть уровень воды может понижаться. На самом деле тут его можно еще поглубже поставить. Но, короче, вот сейчас уже работает, вот, даже вот так вот работает. Если его убрать, мусор большой всплывает. Без этой штуки не работает. Обратно ее ставишь, сразу же она всплывающую систему имеет, поплавочную вот эту вот часть, и она плавает. Я замерз, потому что я в холодной воде в этой по грудке искупался и очень долго стоял. Так, ну вот, сейчас обратно поставим, она заработает. Вот так вот обратно поставил, вот она вот такой ход имеет. То есть она, он работает, он начинает подсасывать, как только уровень понижается, он начинает подсасывать и опускает его. В общем, работает система-то. Офигеть. Если она забьется, забьется сам крючатка у насоса. То есть, если там что-то попадет, какие-то листы такие узкие, крючатку забьет, то нужно для этого отключить насос. Сейчас покажу как. Вот тут вот два автомата. Их выключаем и смотрим, что происходит. Сразу же поперла вода наружу. О. Вот так вот чистит. Чистить можно. То есть, но для этого надо ситечко это снять, чтобы какие-то вот листья, которые в крючатке попадут в насос, который на глубине, чтобы их можно было, могло вытолкнуть.